Сейчас я фотку сделаю. А где без хвоста, который? Вот он черненький такой. У него с глазками еще все в порядке, и рыжий. А где вы их нашли? Где у вас остановка? Остановка там на Ленина улице. Вот коробка была, и вот они там были. Понятно. Мы пришли, там четверо. Я их отнес домой, пошел дальше гулять, еще двоих нашел. Да, понятно. Ну давайте сейчас куда-нибудь в машину засунем. Да, там да. Еще двух котят нашли. Глазика нет. В смысле, заклеен. Ну, троих, ну по одной глазке. Вот не двое. Видно ничего, да? Так, покажи, кто там еще. Видно. Давайте, они вон боятся. Вообще маленькие еще. Блоха вон пошла. Ага, все в блохах. Надо сейчас капли прямо заехать огромные. Купить. Да. У этого две глазки. Ну, зайка, мой зайка. А у него хвостик откусанный или он маленький просто? Покажи. Да ладно, не бойтесь, не пугайте. Что у него? Почему хвоста нет? Нету маленький хвостик. Вот. Ну-ка. Вот, у него вообще его нет. С детства, может, такой. У него нет его, он маленький совсем. Не-не, он прям тоненький, он маленький. А где второй без хвоста? Нет, один только. Вот этот хвостик есть. Маленький такой. А вот он рыженький. Коротенький совсем. А у рыженького да того. Да нет, нет, не бойся, не бойся. Они боятся, боятся. Есть у всех хвостики эти? У этого что-то с лапками, смотри. Он маленький. Ой, блохи капец, бегают. Ой, тихо-тихо. Смотри, у него хвост колечком загнут, как будто, да? Да просто боится. Худые, капец. Вот у него, смотри, что-то с лапкой. С какой? Вот с этой, что-то у него как будто. Нормально сегодня. Да. Они, вот этот вообще истощенный котенок. Капец. Есть у нас молоко какое-нибудь? Их покормить надо, они есть поди не умеют сами еще. Вот эти три котенка, они не едят, им плохо. Их надо лечить. А вот эти вот кушают, а эти, они совсем истощенные, походу. Так, дали котлетку, вот они еще кушать не умеют, походу. Ну вот котлета куриная. Покушать. Взяли с собой молока, налили сливки, вот. Купили сливки. Ну вот, чуть-чуть, да. А эти вот не едят, вот этот не ест. Вот этот беленький что-то пытается, а этот вот не ест. И... А, рыженький пытается кушать. Боится, сидит, поел. Угу. Все в блохах, конечно, все глаза гниют. Вообще на улице уже вон темно. Сейчас поедем в город. Это у нас котята, короче, село Сарапулка, 80 километров от Новосибирска. Ну, мы поехали, их забрали, потому что здесь этим котятам выжить вообще без вариантов. Они, во-первых, больные, их лечить надо. Во-вторых, они истощенные, сами не особо-то едят. Блохи. Ну, от блох их надо протравливать срочно, потому что они все чухаются. Ну, что, и кает, господи, ребенок. Нам как раз подписчики паштет подарили для котят, вот заказали. На Озоне паштет. Сейчас будем их паштетом откармливать. Отправимся мы в город. Вот, нам ехать около часа где-то. В общем, вот они малыши. Забрали. Будем лечить. Выкармливать, выхаживать и пристраивать. Пока не смотрели полно. Вроде как вот эти вот постарше котят, это девочки. А там вот маленькие, кто непонятно. Ну вот эти котятки совсем малыши, они прям крохотные. И крохотные, они не кушают. Вот они. Вообще, вот как с ладошку размером малыши. А эти вот другого помета, видно, собрали из деревни котят. Нашли, наверное, где-то. Вот, принесли их на остановку. Этот вот вообще ходящий лапоньки коротенький. Вот он, малек. Так. Покажу. Вот этот вот еще малечек, вот он. У этого совсем глазки заклеенные. Вот. Как они бедные. Еле-еле душа в теле, как говорится. Стойте, подождите, не вылазьте. Ну кто-то шустрый, кто-то прям не шустрый.
Такой вот этот более-менее еще. Да куда же вы, зайки мои? Ну, давайте. Вот они. Вот они. Поехали, скажем, в город лечиться и пристраиваться. Хорошо, вот парень в деревне нашелся добрый. Спас малышей. Короче, вот это, наверное, будет непоседа. Она вылазит из коробки. Все спят, а это вылазит вон. Ей надо смотреть, куда едем. Да? Вот такая вот у нас девочка. Непоседа. Да, мы въезжаем в туман. Творожочек дали. Вот, сделали такой наполнитель. Сами не кушают некоторые, кормим и шприца. Котята очень маленькие. Вот она, наша непоседа. И вот она и остальная компания. Эй, ребятки, дайте мне поснимать видео. Они тут на заднем плане вон борьбу устроили. Там Татоша, Розочка вон сидят под стульями. Тут Виста вон с этим и Григорий вон со своей игрушечкой. Да, Григорий? Привет, где твоя игрушечка? Знаете, вот, держите. Игрушечка любименькая. А здесь у нас вот такое вот чудо. Чудо-юдо, все лежат, спят. Очень мило спят. Непоседа, ты центровая, что ли? Лежит такая в центре. Моненькие зайки. Ну, плохо совсем кушают они. Вот так вот они у нас в такой переноске все сидят. Представляете, какие они маленькие. Они все маленькие, 6 штучек. И мы даже в переноске сделали вот такой мини-домик. Они очень маленькие котятки. Вон они. Сейчас вспышку включу, чтобы видно было. Вот они все. Ага. Непоседа, смотри, в центре лежит. На нее все лапки сложили. Зайчики мои. Главное, но бесхвостые. Вот они. Такие ребятишечки у нас. Кто хочет помочь, спасибо большое. Пеленки у нас пока есть. Паштет заказали. Сейчас нам остается купить вакцину, купить препараты для дегерметизации, препараты от блох-блох. Очень много у котят. В общем, и впоследствии, наверное, нужно будет клеточки какие-то. Потому что здесь им сейчас будет тесно, они будут расти. Пока-то им нормально, они вот шипят, пока боятся. Потом им нужно будет что-то придумывать. Ребятишечки, ну-ка, тихо. У нас Татоша тут выступает. Татоша, ох, Татоша. Татоша выступает на Читаса, да. Виста, Виста, да, там он у нас. Ребятки. Да, Виста вон заинтересована как. Котятоньками. Татоша, Генри. Ты игру играешь, да, Читас? Генри. Нам Генри у нас лает. Розочка, Розочка. Розочка у нас не ходит, она ползает. Татоша вот у нас спасенный с Колумды, так и живет у нас. Читас огромный, вон вырос какой лосенок. А Виста прямо, ага, заинтересована. Малыши творог пошли кушать. Вот так и живем мы. Таким дружным семейством, да? Вот так вот все у нас тут весело.